Всем салют! Вы находитесь на канале Check It Out. Меня зовут Тальтер, и это прослушка. Вот так вот внезапно по ночам Хаджими Рекордс выпускают треки. На этот раз Кади и трек Heaven. Давайте слушать. Обложка интересная. Три человека аж рисовала. Мне кажется, что-то будет мелодичное. Ну, в принципе... Мне нравятся барабаны. Ритм. Простой ритм, в принципе. Зарубежного артиста слушаю. Красивое пиано. Интересное исполнение. Ну, определенно, короче, это летит мне в плейлист. Почему-то в последнее время тянет к таким песням. В комментариях все: ждем альбом Мияги, ждем альбом Мияги. Ну, что можно сказать по песне? Она еще не кончилась, конечно, но я думаю, что тут особо ничего больше не будет такого. Не хит. Это, я думаю, понятно, да? Ну, типа, но она очень красивая. Интересно, о чем же эта песня? Наверное, про любовь. О любви. Текст, я думаю, чуть попозже появится у нас в группе Hajime Records. Повторюсь, мелодичная, красивая песня. Простой ритм, в принципе, но звучит все очень клево, гармонично. И вот эти волны, конечно, типа, если это волны. Нет, вот сверху типа горы, да, а вот снизу, мне кажется, как будто какой-то космос. Короче, я не знаю, посмотрите, что вы увидели на этой обложке. Просто трек называется «Небо», и типа, это типа два варианта неба. Я не понял, напишите вы. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, и вот, и подпишитесь на канал. Все, всем спасибо, всем пока. Check it out.